Это демонстрация против Китая. После визита жены Байдена, дня три назад было, против Китая вот сейчас вот такие вот демонстрации по центру города. Вон с автоматчики, вон целая, смотри, армия бежит. Автоматчики с дубинками. Вот за деревьями сейчас они выскочат туда. Ну, что бизнес там типа ведут. Ну, то есть все в руках, все в руках Китая. Все в руках Китая. Вон журналисты бегут. Иностранцы забирают с этими. Весь бизнес в основном бизнес в этом все. Вон военные с дубинками. Поздно я вышел. Пробежали они. Такие вот дела.